что начнем готовить. Мы сейчас будем делать, я даже не знаю, как они называются, пончики, да? Помнишь, мы Динара делали на выходные? Матюш, сядь, пожалуйста, на коленки. Вот, ну, вот на коленочки сядь, чтобы ножки у нас не стояли здесь. Потому что, Матюш, ну ты же ножками стоишь, на... садись на коленочки, вот, вот так вот. И тебе удобно будет, да, Матюш? Смотри, тесто такое липкое, вау. Я сейчас начну, потому что у нас на плите стоит сковородка, горячая такая. Я тебе дам вот такой кусочек теста, это мы уберем, и ты начинаешь раскатывать. Если оно липнет, ты, естественно, ручки делаешь вместе. Так, я тороплюсь, а ты не торопись, хорошо, Надюш? Я тороплюсь, потому что у нас уже сковородка в масле. Начинай раскатывать, Надюш. Ой, а это нам нужно будет, у нас формочек нету, да? Как у тети Фатимы. И мы сделаем со стаканами, только у нас будут большие пончики. У них были маленькие, а у нас будут большие. Так. Тесто мы пока уберем вот сюда. Ну что, поехали, Надюш? Да. Как мы катаем? Надюш, сядь, пожалуйста, на коленочки. Тебе удобно? Но у тебя нога стоит на еде. Не надо, давай. Вот так, на коленочки. Скоро вырастешь, я тебе здесь стульчик поставлю. Какой? Ну, большой стульчик поставим. Вот здесь будешь стоять, и как мама работать уже. Так, раскатываем. Не сильно тонко, да? Как тетя Фатима. Не сильно тонко они раскатывали. И тесто, чтобы не сильно твердое было, да? У нас не твердое, а как оно называется? Липкое. Да, чтобы липкое было, но оно у нас не совсем липкое. Да. Но все равно никто одинаково не готовит. Все готовят по-разному. Так, Мадюш, ты мне помогай, смотри. Ставим стакан и делай вот такие дырочки. Давай. Теперь ты дальше делай. Или, знаешь, ты будешь делать вот в середине. Давай, маленьким стаканчиком. Рюмочкой, да? Да? Вот так. А ты в середине ровно ставь. В серединку. Вот. Вот у Мадины уже первый пончик. Я опускаю его в масло. Вау! Сейчас мы камерой покажем, да, Надюш? Вау! Давай, давай, давай. Теперь, пока я отвлеклась, большой стакан делай. Давай. Ты видишь, мама чуть-чуть занята, помогай. Вот так. Вот, молодец. Давай. Сильно теперь маленькой рюмочкой. Смотри, какие пончики, да, маленькие? Да. Что, может, мы их тоже пожарим? Давай. Давай, что, они такие красивые. Так. Потом, пока их опять закатаем, раскатаем, все равно мы их съедим. Единственное, у нас нету сахарной пудры. Но мы ее сделаем, да, Надюш, у нас же есть. А как мы сделаем? А мы кофемолкой помолим. Так, ты давай раскатывай свое тесто, Надюш. Переворачивай, раскатывай и то же самое делай. Хорошо? А я сейчас сниму, как у нас пончики жарятся. Вот, раз, переворачивай теперь тесто, чтобы оно со всех сторон примерно одинаково было сверху. А когда начали? Прекрасно, я даже камере не успею показать, как у нас тут быстро все жарится. Сейчас. Вот такие вот. Но они у нас не получаются не круглые. У нас как бублики получились. Как бублики получились. Может сгореть. Так, Мадиночка, дырочки делай. Я уже... Мне нужно закладывать следующую партию. Вот, уже сделала. Давай, Мадюш, стакан убирай. Ставь рюмочку. Вот. Мы, видишь, быстро же работаем, да, Мадюш? Так, давай. Давай, а ты рюмочкой делай. А вот там. Так, а ты рюмочкой делай, давай. Вот. Еще вот здесь. Так, давай здесь делай. Я поднесла это жарить. Вот так вот мы быстро работаем, да, Надюш? Давай. Сейчас мы пончики покушаем, мы поедем на музыку. Один, два, три. У меня три, а у тебя сколько было? Так, а у меня тоже три. Четыре было, Надюш.
4 было. Так, раскатывай заново. А что это такое? Смотри, это корзина. Видишь? Это корзина. Хлебопечки, запчасть. Внутренняя. Чуть не съели, да, Надюш? Представляешь, если съешь запчасть? Сама сделаешь круги? Я буду делать? Да. Мадина, ножки, пожалуйста, сядь только на коленочку. Вот так. Вот так. Так, ну все, делай круги, я переворачиваю. Вау, вау, вау. Как это все быстро. Погоду надо поменьше сделать. Вот молодец, теперь бери рюмочку. А он и так маленький. Ага. Нравится, да, Надя готовит? Да. С тобой. Это нравится? Да. Тебе тоже? Конечно, ты мне всегда помогаешь. Раньше маленькая была, ты училась, а сейчас ты очень сильно помогаешь. Уже саму можно оставлять. Салат сама можешь резать уже. Банан можешь сама порезать, огурцы, помидоры. Что ты еще сама можешь порезать? На терке сыр можешь резать. Да. Пиццу можешь собрать сама все, да? Начинку все сделать. А я себе бутанки подаваю. Уже и подаваю. Да. Вот теперь в один комочек собирай вот это тесто, Надюш. В один комочек собирай и заново будем катать его. Вот у нас сколько получилось. Смотри. Давай покажем. Вот. Вот такие у нас пончики получились. Смотри, какие горячие. И вот эти штучки мы тоже решили, да, пожарить. Ну, съедим. Сейчас с сахарной пудрой. У нас в магазине закончилось, мы сделаем. Сейчас мы в кофемолку положим. И все. Как хлебопечка работает? Бру. Бру. Да? Так. Смотри, у нас еще тесто есть много. Не, она так не работает. А, бру. Бру. Да? Понемногу. Это стиральная машина, которая... Так, давай, вот смотри, тут, наверное, два получится. Сделаешь два? Два. А я вот это еще раскатаю. Смотри, уже можно доставать. Давай, 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 Надина. Угу, мы же быстро делаем сейчас. Мы медленно не готовим. Мы раз, быстро раз, вот, вот. И все. Да, Надина? Ну, один сделаем. Я хочу один. Ну давай, один, а я пока достаю готовые пончики. Так, один. Я там лишнее. Если немного теста постоит, никак мы будем торопиться, да, или добавить дрожжи, то, наверное, пончики будут настоящие, такие, как в Икее были. Да. Да? Мягкие. Да. Так, давай убирай. Дырочку делаю рюмочкой. А почему надо так? Вот так. Вот так. И мы, Дина, давай. Делай. Вот. И мне как красиво. И мой пульт. Большой. Возьму тоже этого большого. Давай, давай. Давай пожарим. Мадюш, вот это смотри, все собирай. Вот эти все кусочки собирай вместе, как пластилин. Давай в одну кучку собирай, пожалуйста. Вот еще смотри кусочки. Все, все вместе собирай. Вот. Давай, давай. Чтобы они в одну... Вот пластилин мы собираем, да, в одну кучу. Это там разные цвета. Плейдошки, да? Как ты в плейдо играешь? Да. И там уже цвета. Уже все смешались, надо новый купить. Они уже все какие-то.
перемешались. А, ну, засохли, наверное. Так, давай. Оп. Смотри, как мы быстро приготовили. Я даже не знаю, сколько времени прошло. Там один остался. Сегодня мы куда идем? Сейчас мы завтракаем. Куда бежим? На музыку, да? И потому что лучше это быстро делать. Да, мы торопимся, потому что через полчаса уже надо будет быть в дороге, да, Надюш? Мы вчера уроки делали, во сколько? Вчера днем немного вздремнули, да? И вчера уроки делали аж ночи, да? Мам, я даже не увидела. Почти 12 ночи. Я на тебя засмотрела и увидела. Да, ну, ты задумалась. Ты, наверное, о музыке задумалась. И мы вчера в 12 ночи делали домашнее задание. Да, Надюш? Ничего страшного, зато проснулись. Зато я хочу помочь руки. Ну, мы сейчас доделаем. Ой, смотри, огонь надо добавить. Ань, ты делаешь дырочки? Конечно. Я поняла. Ну, смотри, у нас остался кусочек теста. Давай мы доделаем и руки помоем. Когда мы готовимся, двумя руками, Надюш, придерживай тесто и крути. Мадиночка так не делает. Одной рукой придерживай тесто, второй крути. Не бросай. Вот это все уже почти доделала и хочешь бросить все. Руки помыть, я знаю. Да я еще хочу одной рукой. Вот это тоже делаю. Почему ты все делаешь? Да. Я могу тебе отпустить. Не хочешь, иди, хочешь смотреть телевизор. Не хочешь? Ну, поэтому ты со мной. Я же тебя не заставляю, я тебя попросила. Будешь со мной? Один остался самый маленький. Да, мы из него сейчас что-нибудь тоже сделаем. Так, еще давай вот здесь дырочку делаем. Вот все. Все тесто закончилось. Все пожарим в бублике. Так, сделаем сахарный пудр сразу, да, Надюшка? У нас есть кофемолка. Смотри, у нас есть кофемолка. Мы насыпем сюда обычный сахар. У нас сахарный пудр закончен. Мы немного насыпем. Так, закрываем. А, у нас еще какие-то запчасти. У нас очень-очень древний блендер. Ему уже лет 15, но он такой классный, и он у нас уже развалился. Его, по-моему, как-то вот так вот мы собираем, но не помню. Я помню, как он собирается. А, да, вот все мы собрали. Теперь ставится вот эта штучка сюда. Так. Я попробую сама намочить, хорошо? А ты вот серединку еще вырежь, пожалуйста. Там одна. Сейчас попробую, как она выглядит. А, вот эту снимаем. Ставим сюда. И сейчас будет шум намочить. Самое интересное, выключаем из сети обязательно. Да, всегда из розетки нужно выключать все приборы, да, Надюш, никогда не оставлять, особенно возле воды. Так, ну смотри, что мы делаем. Это мы пожарим отдельно, да? И сейчас ты покажешь, как ты. Надюш, сядь, пожалуйста, на коленочки вот так вот. Да. У нас есть сито, да? Сито.
пересыпаем. Теперь давай, помнишь же, как мы делаем? Да. Давай, показывай, как мы делаем. Да, и ручкой вот так вот немного пристукивай. Вот, и получился вот такой вот завтрак. Супер. Супер. Дешевый. И сладкий. Да, и сладкий. Вы можете приготовить это из любых продуктов. Да даже если молока нету, можно просто на воде сделать, добавить соду или дрожжи. Если постоянно, вот они у нас такие вот приплюснутые, потому что мы торопимся. А если бы они постояли немного, да, раньше они бы были толстенькие. Ой, я не так поставила телефон, да. Вот. И у нас еще последние идут. Еще одну тарелочку сделаем. Ну, попробуем, Надюш. Да? Да, они же уже остыли, а я сейчас... Я хочу вот такую круглую, угу. Смешную. Они уже такие теплые. Вкусные, да? Вкуснее получилось. Ой, сегодня, наверное, дождь будет. Наконец-таки. Да, Надюшка? Дождя давно? Или уже пошел? Дождь пошел, Надюш. Представляешь, дождь пошел. Вон на окнах капельки. У нас картошка есть, надо поливать. Если дождь пойдет, вот то классно. Ну что, Надюш, вкусно? Да. Классно. Сегодня будем в выходные. Ну что, ребятам хочешь сказать? Пока. Пока. Готовьте, да, вместе. Угу. Не выгоняйте детей из кухни, да, Мадюш? Родителям надо сказать. Родители очень любят готовить, да? Ничего, что это грязно. Мы помоем, и все будет чисто. Сейчас мы помоем, уберем и покажем. Да? Да. Вот еще одна тарелка у нас получилась. Сейчас Мадинка все посыпет. И мы уберемся, да, Мадюш? Ну, все, можно уже баловаться. А что такое? Вот так смотри, Мадюш, берешь и собираешь вот эту всю муку. Потом, когда тряпка становится грязной, приходишь ко мне, я ее умою в раковине. Хорошо? Если она грязная станет, приходи ко мне, я тебе ее почищу. И ты заново будешь мыть. Грязная, да? У меня ее молоска. Ничего страшного нет, убавить и все, да, Надюш? Да. Вот там у тебя чудес сахарников, смотри, много. Какая она замечательная. Да, надо чисто сделать, и все будет хорошо. Микробы, да? Да. Микробы всякие такие. Угу. Давай, я теперь, знаешь, как сделаю? Я вот это все буду вытирать, а ты чистым полотенцем сухим будешь вытирать. Хорошо, да. Чтобы разводов не было. Подожди. Я вот сейчас отсюда пойду. Отсюда? Да. Вот это я вытираю, а ты вот уже насухо. Давай. Меняем все местами. Вперед проходи. Давай, Надюш, попочку разворачивайся. Зачем попочку? Не, раковину не надо мыть. Вот, вот эту столешницу развернись, видишь, мокрая здесь. Вот это вытирай. Не трудно же? Даже весело, да, Надюш? Сколько это заняло? 2 минуты. Вот у нас, смотри, какая чистота, и стоит... И стоят бублики. И Мадина уже с ногами опа, со стола слазит. Да, Мадюш? Слазит. Вот. Иди, обулся, Мадюш. Не да. Вот и все.